трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Министерство транспорта Кировской области снова заговорило о строительстве западного обхода областного центра. Денег, выделенных из регионального и федерального бюджетов, на это не хватит, поэтому придется привлекать бизнес. Что он получит взамен? Что-то, видимо, получит, так как дорога будет платной. Кроме того, там могут быть оборудованы системы контроля массы и габаритов транспортных средств. Сроки реализации проекта не озвучиваются. Трасса 101. Некоторые популярные онлайн-сервисы для оплаты штрафов ГИБДД работают недобросовестно, то есть не всегда доставляют деньги до адресата. Это выявила Счетная палата России. Также ведомство бросило камень в огород госавтоинспекции. Речь идет о том, что далеко не все зафиксированные камерами фото-видеофиксации нарушения являются таковыми. В прошлом и позапрошлом годах суды отменили постановлений на общую сумму почти 600 тысяч рублей. Трасса 101. Госдума планирует предусмотреть ответственность для водителей, устраивающих гонки в населенных пунктах. Наказывать их предлагается либо как пьяных за рулем, либо как хулиганов. Также есть идея конфискации транспортных средств. В то же время некоторые депутаты выступают за организацию закрытых площадок для стритрейсеров. Госдума поддержала идею МВД о том, чтобы автомобилисты могли сами выбирать сочетание букв и цифр в регистрационном знаке авто. На платной или бесплатной основе не уточняется. Не так давно новый руководитель ГИБДД Михаил Черников говорил, что будет всячески способствовать организации официальных аукционов по продаже красивых номеров. Ожидается, что данную тему Нижняя палата парламента рассмотрит осенью. Трасса 101. В октябре в России стартуют продажи второго поколения рамного 7-местного внедорожника Toyota Fortuner. Цены и комплектации пока неизвестны. Машина будет оснащаться либо бензиновым мотором объемом 2,7 литра мощностью 163 лошадиные силы, такой ставится на Land Cruiser Prado, либо почти что 3-литровым турбодизелем мощностью 177 лошадей. Последнему прочат наибольшую популярность. Авто обладает подключаемым полным приводом. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хоккей и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.